Всем привет! С вами канал Вилана Вульф. И у меня для вас есть одна новость. Недавно один магазин, который называется Magic Games Toys, предложил мне делать видеообзоры на кукол Monster High, чему я безумно рада. Первая кукла, которую мне предоставил этот магазин для видеообзора, это кукла из коллекции 13 желаний. И это Твайла. Я не могу поверить, она в моих руках. Ну давайте же перейдем к обзору коробочки. Наверху, как всегда, герб Monster High, надпись Monster High, изображение самой Твайлы и надпись Твайла, дочь Бугимена. В середине мы можем видеть название самой коллекции 13 желаний. Вся коробочка словно в сирене-фиолетовом дыму, потому что это любимые цвета Твайлы. С обратной стороны мы можем видеть изображение самой Твайлы и ее дневник. Возраст 15 лет. Родители Бугимен. Питомец. Кролик из пыли по имени Дастин. Однажды я спасла его от ветра и оставила его себе. Любимый урок Твайлы – психология. На этом уроке Твайла узнает, как правильно воровать сны. Лучшие друзья – Хаулин Вульф и Спектра Вандергейст. Но давайте же приступим к обзору самой куклы. Куколка прикреплена к очень яркой и красивой картонке. Волосы Твайлы нежно-бирюзового цвета с синими прядями. Кое-где видны и фиолетовые пряди. Кожа у Твайлы нежно-сиреневого цвета. Еще ни у одной куколки из Monster High не было такой кожи. На ее лице еле заметный макияж. Твайла не подводит свои веки тенями, а лишь только пользуется тушью. Верхние ресницы покрыты черной тушью, а нижние – сиреневой. Посмотрите, какой интересный цвет глаз у этой куколки. Мы можем видеть тут фиолетовый, сиреневый и розовый цвет. Эти глазки словно завораживают, а губки нежно-розового цвета. Сережки серого цвета в виде дверной ручки и замоченной скважины. Давайте теперь перейдем к ее наряду. На Твайле одета сиреневая кофточка с черным узором, с черным атласным воротником и посередине черный бантик. Рукав в три четверти. Юбочка Твайлы черного цвета, трехслойная, с красивым непонятным бирюзовым узором. К каждому волану пришита оборочка, сеточка фиолетового цвета. И украшает эту юбку красивый нежный ремешок с черепком. На руке у Твайлы одет браслет, на котором висит связка ключей. Ключики и браслет выполнены из точно такого же пластика, как и ремешок. На этой руке у Твайлы одеты три красивых браслета. Два фиолетовых и один черный. Обратите внимание, что руки Твайлы выкрашены в темно-серый цвет. Такого же цвета мы можем видеть рисунки на ногах Твайлы. Посмотрите, какие милые ботиночки у Твайлы. Фиолетового цвета на черной платформе. И на высоком каблуке. А теперь о ее аксессуарах. К ней прилагалась черная стандартная подставка, черная расческа и вот такая милая сумочка. Посередине мы можем видеть паутинку. А вот ее милый питомец Дастин, который сделан из пыли. У Дастина почему-то один глазик из пуговки, а второй куда-то потерялся, и висит обычная ниточка.
Я бы тоже хотела спасти такого кролика от ветра и оставить его себе. Также к Твайле, как и ко всем стандартным куколкам, прилагался дневничок. Тут нет картинок, просто ее записи в дневнике. Ну, на этом все. Если вам понравилась эта куколка, вы ее можете приобрести в детском мире на 3-м этаже в отделе Magic Game and Toys. Ссылку на сайт этого магазина я оставлю под этим видео. Не забудьте подписаться на мой канал, а также на канал Magic Game and Toys. Пока-пока!